Животные всех мастей, собачьи стрижки и консультации специалистов. На площадке возле малой сцены городского парка было многолюдно и весело. Здесь прошла акция, которую инициировали организации «Добродетель» и «Пять свобод». Волонтеры объединили свои усилия с благой целью – найти любящих хозяев для бездомных кошек и собак. Мы очень рады, что сегодня здесь очень много людей и очень много детей, потому что очень важно детям с детства прививать любовь к животным и привлекать внимание к проблеме. Люди приходят и интересуются. Задают вопросы, и на самом деле это очень важно. Мы рады, что люди положительно реагируют на наши мероприятия. Животные, которых принесли зоозащитники, выкуплены из буксапа или найдены на улицах города. Волонтеры содержат их в приюте, а кто-то оставляет у себя, пока не найдется постоянный дом для четвероногих друзей. На акцию привезли собак некрупных пород, щенков, котят и взрослых кошек. Все желающие могли принести корм, амуницию, наполнители, а также финансово помочь общественным объединениям. Стараемся преподнести, значит, такую информацию, как стерилизация животных. Ну и, конечно же, чтобы люди знали, что в городе есть приют, где содержится большое количество, почти 300 животных, около 300 собак. Вот, которые хотят кушать. К слову, в приюте кошек и собак обследуют, делают прививки и при необходимости лечат. Таким образом, уже была спасена не одна жизнь. К сожалению, иногда животные остаются инвалидами. И помочь им уже нельзя. Но вот найти по-настоящему заботливого и верного друга вполне возможно. Именно эта задача на сегодня стоит перед волонтером «Пяти свобод» Натальей Червяковой, которая ищет хозяина для слепой кошечки Таи. Она очень умная кошечка, она ласковая, она такая добрая. Она хоть лоточек, она бегает, прыгает, играет с игрушками. По ней совсем не скажешь, что она незрячая. Ну, поверьте, незрячие животные. У меня живет слепая кошечка. Она полноценно играется, бегает, прыгает, живет, ходит лоточек, ничем не отличается. Разве что они более нежные, более ласковые, эти животные. По результатам акции 9 усатых и хвостатых обрели новую семью. Остальные животные отправились назад в приют, но они по-прежнему будут ждать своих мам и пап. Людмила Любимцева, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360.